Everybody, дорогие друзья, всем горячий привет с Кузнецкого моста сегодня. В мороз пить лед на улицах и в сердцах людей. В эфире группа Гаура Шакти. Панкиртан и сегодня на улицах Москвы распевает. Сегодня будут очень активные танцы, потому что нужно идти вперед. Всем, кто подключается к нам. В эфире группа Гаура Шакти, мы в Москве. Наполним воспеванием московские улицы. Харе Кришна будет звучать особенно жарко. Вам желаем хорошего настроения, заряжайтесь позитивом от преданных. Воспевайте вместе с нами Харе Кришна мантру. Согревайте нас вашими сердечками, смайликами, пишите в чат ваши комментарии, чтобы мы не замерзли, нам нужна ваша любовь. Ну и Махамантра, конечно же, начал подпевание. Сегодняшний эфир нас назвали несмотря ни на что, потому что этих героев... Посмотрите, книги Шилы Прабхупады будут распространяться сегодня при любых обстоятельствах, несмотря на мороз. Дорогие друзья, вы можете поддержать этих героев Санкиртаны, делясь трансляцией, ставя лайки, пишите комментарии, отправляйте смайлики. Артурчик передает вам привет. Ариво! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare.
чтобы не стучали зубы от мороза, нужно, чтобы стучали сердца в груди. Давайте петь, танцевать сегодня особенно активно. Артурчик, тебе тоже передают привет. Прокладываем дорогу на Вайкунху, готовимся к новогодним морозам. В чате отмечают, что у нас сегодня нету бас-гитары, нету трубы. Ну да, мы сегодня идем в таком энергосберегающем режиме. Только самые необходимые компоненты харинамы. Майданги, караталы в строю. И мы тоже с вами на трансляции идем на ручном управлении, как говорится у пилотов, взяли управление на руки, без стабилизатора сегодня, потому что техника, такой мороз, просто вырубается. Но этим преданным все нипочем, их не остановишь.
Московские улочки заметно опустели в такой мороз, поэтому сегодня Харинаму будут скорее наблюдать из окон люди. Вот уже в окнах видны лица, машут руками. И мы их прекрасно понимаем. Но благодаря нашей трансляции, те, кто не смог сегодня проявить дух героизма, выйти сюда по тем или иным обстоятельствам, остался дома, вы можете сегодня с нами прогуляться по московским улочкам, воспевать Харе Кришна с нами. С особым вдохновением сегодня преданные воспевают, слышите, да? Внешние тяжелые условия часто скрепляют, объединяют людей. И сегодня необычная погода называется на самом деле, потому что следующую субботу по прогнозу 0 градусов, прошлую тоже было около нуля. Но именно в эту, в минус 15, это тест на решимость. Полубоги способны не только приятный дождик нам присылать, но и морозы. Ответ на вопрос, почему же мы выходим при любых обстоятельствах на Харинаму, очень простой. Этого хочет наш духовный учитель Шрила Прабхупада. Он начал это движение, придал ему мощь на многие тысячелетия вперед. И мы лишь идем по его стопам, прикладываем небольшие усилия к тому, чтобы продолжать эту миссию. Классный балкончик и не поснимать Харинаму. С нами ставьте лайки, делитесь трансляцией, кому понравилось, отправляйте своим друзьям. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
Сегодня мы решили взять интервью у наших участников Харинам, спросить их, что вдохновляет их выходить постоянно на Харинаму и делать это несмотря ни на что, несмотря на внешние неблагоприятные условия. И мы сделаем ролик, выложим его в нашей группе, поэтому ждите интервью с героями Санкиртаны. Санкиртана Фарева. Вот красота какая. Новогодняя красота, видите? Как все сильно Кришна придумал. Матаджи Шведадвипа воодушевлена сегодня. Ой, ну еще классными шариками. Красивой корзинкой и теплой шалью. Теплой шалью. Всем понравилось, надо Давайте, матушки, говорит Артурчик.
Вашим благословением, друзья, мы уже немного согрелись, уже чувствуется, что тепло из сердца распространяется по всему телу, и холод отступает. Это обычное дело на Харинаме, на самом деле. Как говорится, бояться морозов на Харинаму не ходить. И самые разумные, самые опытные, они знают, что на Харинаме голод, холод, все беспокойства, тревоги, они отступают, стоит только погрузиться воспевание святых имен. Поэтому Хари Кришна сегодня звучит особенно вдохновленно, потому что любой преданный знает, что Господь рассеивает все тревоги и опасности. Барджанам Бавабиджанам Нарихарер Намагарджанам. Святое имя подобно грому разгоняет все опасности. Так гласит Нарисимха Кавача. А вот и Николай к нам присоединился. Сейчас в игру вступит вдохновленная труба. Жизнеутверждающая мелодия польется из уст нашего великого гарниста. Кто это прокрался в строй? Матаджи Александра, Харибол. Тарасхи отлично владеет караталами, тоже присоединилась к нам. Спасибо, Владимир, дорогой. Нам нужно тепло ваших благословений сердец. Пожалуйста, воспевайте вместе с нами. Давайте сделаем санкиртану, которая не знает границ. Радочня! Yeah.
Люди выглядывают в окошки и счастливо машут коленами. Ну не здорово ли это? А весь рост, что называется. Вам рассказываю про наши московские морозы, а у нас на трансляции присутствует Мата Джигаятри из Златоуста. Она, наверное, смеялась, когда я говорил про наши минус 15, потому что они там челябинские, настоящие суровые морозы, выходят на Харинаму также каждую неделю, несмотря ни на что. Вот они могут рассказать о том, что такое зима, и тем не менее они, не пропуская ни одной недели, воспевая святые имена. Потому что, если не они, то кто? Я совершенно позабыл, что холодно. Вообще, я забыл об этом.
лучшие из лучших, они способны играть на трубе, танцевать, распространять книги, кормить просадом в любых условиях. Ничто не остановит Харинама Санкиртану, чтобы быть ближе к Богу. Ничего особенного не надо, просто нужно петь его святые имена. Харе Кришна, Харе Рама. Любой может стать частью этого великого движения, которое дарит людям спасение от их беспокойств, тревог и от этой исполненной различных трудностей материальной жизни. Как говорит Шрила Прабхупада, все материальные проблемы можно решить только одним и одним единственным способом. Вспомнить свою духовную природу, вернуться домой в духовный мир. Ибо в этом мире невозможно найти такое место, где было бы всегда, всегда хорошо, где не было бы беспокойства. Зимой мы одеваем теплый свитер, чтобы нам было тепло. И этот материальный мир, он похож на теплый свитер. Чтобы согреться, чтобы испытать какие-то удовольствия, мы пытаемся одеть этот шерстяной свитерок. Но вы знаете, да, что шерсть, она очень колется, и вам вроде тепло, снять вы не можете, но она колется. И весь этот мир пропитан такими вот беспокойствами и страданиями. В каком бы положении вы ни находились, вам придется испытывать колючки этого мира на себе. Поэтому надо просто сбросить всю эту материальную обусловленность и вернуться в вечную весну духовного мира. Воспевайте Харе Кришна и будьте счастливы. Но все абсолютно автомобилисты машут нам из окошек своих машин. Кто-то сигналит и выражает восхищение Харинамой. Это настоящий праздник сердца.
Поэтому, дорогие друзья, ждем ваших сердечек в чат, ставьте лайки под трансляцией также. Делитесь своими эмоциями. Такие они московские кришнаиты, полные любви и сострадания, несмотря ни на какие условия, повторюсь, ни на какие. Выходят на улицы Москвы проповедовать славу святого имени, очищающие сердце, дарующие все благословения. Распространяют книги Шрилы Прабхупады и делятся с каждым своим сердцем и улыбками. Посмотрите на них. Thank you.
вы хотите стать частью этого праздника, просто скажи кодовое слово Харе Кришна. Господь услышит вас. Ваша судьба поменяется в небесной канцелярии. Отметят, этот человек хочет на Харинаму. И скоро вы окажетесь вместе с нами. Итак, кодовое слово Харе Кришна. Для тех, кто хочет стать счастливым, как Махадарья. Только хариболить, но и танцевай, как Андрей. Вы только посмотрите на этого непобедимого сибиряка. Махамантра Прабхуки, джай! Махамантра Прабху скомандовал: стоп, экстаз! Давайте немножко передохнем, переведем дух, нальем горячего чайку, наполним тазик с горячей водичкой, что вы там, чем согреваетесь. Ну а мы перестраиваем наши колонны. Сейчас продолжим наше шествие на Новый Арбат в Праге. Сегодня у нас немножко укороченная харинама будет. Поет у нас сегодня Махамантра Прабху. Похоже, другие киртани решили сегодня поберечь свой голос, потому что условия действительно экстремальные, да, для певцов. Но Махамантре Прабху все нипочем, сибирский харинамщик. Что ему наши минус 15? Селфи с харинамой – это наша реальность.
друзья, кто не подписан на наш инстаграм, пожалуйста, кидайте заявочку. Группа Гаура Шакти, Москва. Наберите в инстике, сразу увидите нашу эмблемочку, подпишитесь. Туда выкладываются красивые короткие видео, которые снимает Сергей. Сегодня также Владимир на профи камеру снимает. Чувствую, скоро выйдет качественный материал. Мы сражаемся за родину, позади Москва, поэтому мы не можем отступать. Мороз – это не причина. Друзья, хотели вас поблагодарить за то, что вы поддерживаете наши эфиры, поддерживаете своими финансовыми переводами нашу группу. Каждый рубль, который вы вкладываете, каждый доллар идет на распространение книг Шилы Прабхупады, на распространение славы Святого Имени. И те, кто еще не знает, как ему поучаствовать в этом великом движении, здесь очень много вариантов. Вы можете сами лично участвовать в харинамах, делиться с людьми этим духовным методом очищения души, выходить на улицы вместе с нами. Можете брать книги Шрилы Прабхупады, распространять их или финансировать тех, кто это делает. Усилия каждого необычайно важны здесь, потому что это санкиртана, совместная деятельность. Если кто-то хочет поучаствовать в финансовой поддержке группы Гаура Шакти, переходите по ссылочке в нашу группу. Там есть реквизиты для пожертвований. Также развивайте харинамы в своих городах. Маленький это город или большой, неважно, в каждом городе и каждой деревне должна быть харинама рано или поздно. Пожалуйста, организуйте, пробуйте, выходите, вдохновляйтесь нашими эфирами, перенимайте опыт. Я помню первый раз, когда я узнал про харинаму, это был ролик на ютубе Анантакирти Матаджи. И там был тоже как раз зимний сезон, они все замерзшие. Матаджи Анантакирти. Она делилась опытом проведения зимних харинам. И она так вдохновленно об этом говорила и призывала с такой любовью и преданностью других вайшнавов участвовать в этом движении. И я просто не выдержал, и вот я, собственно, уже
пятый год здесь. Поэтому вдохновляетесь и вы также, глядя на этих героев Санкт-Петербурга. Наши прямые эфиры вы можете подключаться каждую субботу. Отправляйте ссылочку на трансляцию друзьям, делитесь. И увидите, как они тоже понемножку начнут интересоваться Харинамой, Хари Кришна мантрой, начнут задавать вопросы. Потому что это необычайно классно, это необычайно вдохновляюще. Хари Кришна, Ольга, приветствуем вас. Да, сибиряки с нами. И по ту сторону экрана, и здесь. Особенно в такие холодные зимние вечера классно посидеть за кружечкой горячего чая, посмотреть трансляцию, что может быть приятнее для души. Так что не стесняйтесь, делитесь этим видео. Андрей Прабу, вашими благословениями каждый участник сегодняшних Харинами. Харинами будет представлен к ордену святого Санкиртанчика.
в небесной канцелярии уже отметили этих героев, несомненно. Да, Елена, спасибо вам, что участвуете в наших онлайн-трансляциях. Обязательно мы сделаем свой собственный ролик. Мы сегодня как раз брали интервью у преданных, почему они участвуют в хоринамах, почему они делают это, несмотря ни на что, что вдохновляет их на это, на эту деятельность. И мы смонтируем и выложим это вдохновляющее видео для каждого из вас в нашу группу. Так что следите за новостями. Ну вот мы и на гостинице Прага, на Новом Арбате. У кого, может быть, возникло желание к нам все-таки присоединиться, бегом сюда, дорогие друзья. Мы сегодня не так долго будем воспевать, как обычно. Рады сиям, Челябинск. Приветствую вас на нашем эфире. Спасибо, что подключились. Скоро будет так, дорогие друзья. Харинамы будут в каждом дворе, в каждом районе Москвы и других городов. И люди будут смотреть онлайн-трансляции. И если они свободны, они будут думать, а почему мне сейчас не выйти и не присоединиться к этим ребятам. И в любое время можно будет выглянуть в окно, увидеть где-нибудь, услышать харинаму, выбежать на улицу, ворваться в эти танцы, в это воспевание, наполниться позитивом от этих святых людей. Сейчас мы начинаем то, что в будущем станет огромным, просто безграничным морем Харе Кришна по всему миру. Все эти маленькие ручейки харинам сольются в огромную реку. Каждый из нас прикладывает совершенно небольшое усилие. Вы нам помогаете, каждый, кто участвует в этой миссии тем или иным способом. И вместе мы делаем великое дело, на которое нас посвятил Шрила Прабхупада.
Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Тем, кто только присоединился к нашему эфиру, это Москва, Новый Арбат, это московские кришнаиты, это Хари Кришна мантра звучит у нас. Это называется праздник любви, настоящей чистой и божественной любви. Пойте Хари Кришна и будьте счастливы, как все эти прекрасные люди. Ничего сложного в том, чтобы быть счастливым. Просто надо себе это позволить. Преданные готовятся к поездке по Европе, вовлекать людей в танцы и воспевания. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Давайте благословим нашу Симкадари, она скоро уезжает в тур с Тенерифе. Хари Хари Бол, все благословения. На Тенерифах будет Харинама тур, преданные. Русские преданные будут проповедовать вновь в Европе. Их там очень любят. Прошествие, огонь, воду и медные трубы, как говорится. Они ничего не боятся. Вдохновляет все три мира. Ну что, дорогие друзья, как я и говорил, сегодня будет короткий эфир. Мы закончили на сегодня, чтобы не переохладиться совсем. Надо хоть чуть-чуть, да, принимать условия этого мира, да, не игнорировать их. Конечно, мы могли бы и больше, но нужно поберечь здоровье. И мы с вами увидимся в следующую субботу, на следующем эфире. Кто не подписан на группу, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие видео. Вот, вот они, герои Москвы. Молодые, счастливые, вдохновленные воспеванием Хари Кришна. Давайте тоже к ним присоединимся. Вот наши фотографы. На этом мы с вами прощаемся. Ненадолго, всего на неделю. Спасибо, что были с вами.
благодаря вашим лайкам, вашей поддержке наши сердца согревались. Надеюсь, мы тоже вдохновили вас. Хорошего вам настроения на весь оставшийся день. Так, нам тут пишут в чате. Передают приветы нам из Челябинска от дочки Ксении, от Софии и Елены. Поклоны, поклоны прекрасным матаджам. Спасибо всем преданным, кто участвует в Харинаме Санкиртана Яги тем или иным способом. А мы понемножку сейчас двигаемся просадком, чтобы завершить сегодняшний праздник на Махатой. Джанардана Прабху приехал сегодня и будет рассказывать нам свои истории из Вриндавана. Так что продолжим санкиртану там.